Мода – это отражение действительности, проявляющейся в манере поведения, а главным образом в одежде. Мода меняется часто, но вне тенденции навсегда сохранились национальные традиции. Одними из самых ярких представителей этого направления являются театры моды, которые не только презентуют тематические коллекции, но также сами их создают. Театр русского костюма существует в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете с 1997 года, и узнать его можно по традиционным элементам русского костюма в современной моде. На протяжении многих веков русский народный костюм являлся вдохновением для многих художников, а также многих дизайнеров. Мы захотели с помощью русского народного костюма развивать эстетическую культуру, патриотические чувства, патриотизм. И поэтому получилось так, что это произошло именно в педагогическом вузе. В Челябинском государственном педагогическом университете тогда было. Идея создания театра появилась у нас 20 лет назад в связи с возникновением конкурса «Весна студенческая». Очень хочу поблагодарить педагогический университет за максимальную поддержку нашего творчества в течение всех лет существования, за создание условий для развития традиций русского костюма. Конкретно данная коллекция у нас была изготовлена в прошлом году. Это по мотивам сказок Александра Пушкина. Яркие оригинальные презентации коллекции театра моды русского костюма – это настоящие шоу-показы. Именно поэтому коллектив часто приглашает выступить на презентациях, торжественных приемах, спортивных праздниках и, конечно же, фэшн-фестивалях. Помимо этого, театр моды русского костюма часто выступает и на международных конкурсах, а одним из последних достижений было выступление в Кремле. Мы ежегодно являлись победителями, занимали призовые места в весне студенческой. Помимо весны студенческой, мы участвуем во многих конкурсах. Здесь соединяется очень много видов искусства. В первую очередь, это костюм, как отображение идеи. Это коллекция сама, состоящая из костюмов. Плюс особенность театра моды именно состоит в том, что показывается не просто костюм как дефиле, а показывается с помощью постановки. За 20 лет существования театра уже что только мы за идею не брали, в основу не положили. И каждый раз находить вот этот новый источник вдохновения, включая, отражая русский костюм, очень-очень сложно. И, конечно же, в этом году мы готовим новую коллекцию юбилейную. Также хотим, чтобы она покорила сердца зрителей и, конечно же, победы на дальнейших конкурсах, которые мы планируем двигаться дальше. Что стимулирует к работе, конечно, что всегда тебя вдохновляет, это их улыбки, то есть это их радость, радость коллектива, радость побед, радость участия в каких-то крупных мероприятиях, то есть их глаза, их слова благодарности. Это, конечно, всегда стимулирует на дальнейшее развитие, и чтобы каждый раз становиться все лучше и лучше, потому что мы, как руководители, развиваемся вместе с ними. Мы пытаемся расти вместе с ними и быть для них примером. Ну, мне вообще с ними нравится работать, потому что, ну, вот, во-первых, ты, ну, настолько остаешься в студенческой среде, всю жизнь в студенческой среде, и это очень интересно. Они подталкивают тебя к каким-то новым идеям, они дают, ну, не знаю, ну, вдохновение дают. У нас проходит занятие по актерскому мастерству. Естественно, мы учим как-то управлять своими эмоциями, правильно их выражать. Больше стала обращать внимание на то, как я выгляжу со стороны, какое у меня лицо, как люди на меня смотрят, как я хожу, какая у меня походка. То есть и внешне как-то, и внутренне нас учат себя правильно вести. Ну, уверенность в себе более появилась. Насчет роста тоже, то, что высокий рост, раньше как-то этого маленько стеснялась, а придя в коллектив, уже все комплексы насчет этого отпали. За 20-летнюю историю театра моды русского костюма из стен Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета вышло немало специалистов индустрии красоты, стилистов, руководителей детских кружков и модельных агентств, а также преподавателей истории искусства, которые продолжают сохранять национальные традиции в современной моде.